от героев былых времен, от эпохальных войн и сражений к современным реконструкциям. В Щелковской художественной галерее открылась выставка, посвященная 20-летию военно-исторического фестиваля «Душоновские маневры. Связь времен». Военно-исторический фестиваль с 20-летней историей «Душоновские маневры» – неоднократный победитель и обладатель гран-при различных конкурсов. Сегодня это не просто оживающая на глазах историческая эпоха, это важное мероприятие, помогающее лучше понять и погрузиться в события разных лет. Прекрасное культурное мероприятие, которое позволяет нам в Щелковском районе понимать, что мы идем в келеваторе с историей, мы идем в келеваторе с памятью. О тех великих победах, о тех великих сражениях, о тех великих событиях, которые произошли в России. Картины объединены общей темой «Связь времен и эпох», написаны весьма реалистично. Некоторые зарисовки делались прямо во время фестиваля. Как для реконструкторов, так и для художников весьма важно учесть детали, например, костюма. Ведь эпоха отражена во многом, в том числе в одежде, обмундировании, в способах ведения боя. Так, образ кавалериста и его верной лошади на этой выставке был представлен сразу в нескольких работах. Художники как раз они хорошо, они действительно видят по-своему. И вот и нам важно мнение их. И я думаю, и им тоже было бы важно наше мнение с точки зрения реконструкции вот изображения, да, что девчонки увидели недостатки. То есть еще если бы даже они встретились до выставки, и мы бы просто подсказали бы. В этом, я думаю, ничего такого страшного нет, чтобы дать им самое грамотное и по форме, и по снаряжению, и по боевым каким-то действиям. Вот такие реконструкции военно-исторические, они для художников служат подспорьем таким. То есть они на натуре видят, как это происходит, видят это объемно, зримо, видят какие-то пластические ходы, взаимодействия фигур. И потом это служит поводом для создания произведения искусства. Анна Шапранова и Виктория Богданова участвуют в фестивале «Душоновские маневры» не первый год. Занимаются в конном театре, любят верховую езду и историю кавалерии. На площадке под названием «Рекрутское депо» они обучают технике безопасности и вольтажировки. Девочки уже довольно профессионально разбираются в теме реконструкции. Можно будет также еще попробовать в других планах. У нас вот не только мы вольтажировку и рекрутское депо проводим, также у нас мы показываем котельон, стрельбу из пушек, и это все очень увлекательно. Увлекательна и сама выставка «Связь времен», где кроме работ представлены и разнообразные предметы, артефакты и фотографии. Посетить галерею можно в любой день. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».